Я наконечный Виталий с Украины. Самые большие достижения в спорте у меня были в 2011 году и 2012 году. Это чемпионат мира в Токио. Мы заняли командное 5-е место. И на Олимпийских играх в Лондоне мы заняли 4-е место. Изначально и хотел попасть в Cirque du Soleil еще после окончания школы. Но так как я попал в сборную команду, я сказал, что надо немножко попробовать себя в высоком спорте. Вот. И вот сейчас я как бы отправил, спустя 6 лет, отправил видео и таким образом попал сюда после Олимпийских игр. Попав в студию здесь уже на кастинг, как бы мы приехали, все первое впечатление было такое, что ну, дружелюбная обстановка очень. Все пытаются друг другу помочь, поддержать где-то, естественно, поднять как-то настроение каждому человеку в этой студии. И увидев тренировочные залы, это был шок, конечно, потому что очень много аппаратов, очень много тренировочного снаряжения, что ли. Ну, не ожидал, честно говоря, ожидания были немножко поменьше, как бы поскромнее. Если физические нагрузки, то в спорте немножко больше, потому что там разнообразие немножко другое. Здесь мы занимаемся только перекладиной, но с другой стороны, в спорте мы столько не работали в весе. То есть мы не висели, не крутились столько на перекладине, сколько здесь. Я приехал на Formation на Хайбар. То есть мы работаем перекладину. Перекладина совсем другая. Совсем другая. Даже есть внизу аппарат, есть наверху аппарат. То есть мы работаем сначала в нижней тренировке, но на нижних перекладинах она все равно выше, чем наша. Немножко страх присутствует, естественно, но когда вылазишь наверх, ну да, там пострашнее. Первый раз вообще дыхание замирало просто. Что касаемо попозже, привыкаешь немножко свободнее, начинаешь справляться со своими эмоциями. И, ну, во всяком случае, пока получается, и надеюсь, что будем справляться. Самые большие впечатления, ощущения, наверное, находясь здесь, это ты каждый день ты под адреналином, это совсем другое. Если в спорте уже немножко свыклась, потому что работая столько лет, уже немножко привык, не немножко, а привык уже хорошо к соревнованиям, уже чувствуешь себя в своей тарелке, то здесь совсем другое. Ты выходишь, ты каждый день на адреналине. Наверное, больше нравится, чем сложно. Потому что сложности как бы никакой, мы все это делали в спорте, а вот высота, ну, впечатляет очень, и адреналин дает свое. Да, мне это нравится. Доставляет удовольствие занятие пилатесом, потому что там идет и расслабление, и напряжение в то же время. Нету никакого ни страха, ни можно более-менее расслабиться и получать удовольствие. Я буду советовать друзьям, знакомым, всем, кто, у кого есть возможность сюда попасть, чтобы пробовали, почему нет.